Дело теперь уже экс-замначальника Сазденского отдела полиции Ануара Тулео напрямую связано с деньгами, которые выделяются для поощрения общественных помощников полиции. В приговоре суда сегодня была озвучена информация о том, что в период с марта по ноябрь 2011 года майор полиции Тулео, пользуясь служебным положением, присвоил денежные средства в размере 275 тысяч тенге. При этом он предоставлял копию удостоверения личности, которые даже не знали, что находится в списках помощников. Таких оказалось 16 человек. Некоторые живут в районах области. Тулеева Ануара Исаидовича признать виновным в совершении преступления, предусмотрено статьей 177 части 3 пунктом Г УК РК и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В соответствии с статьей 48 части 5 пунктом Б УК РК местом отбытия наказания Тулеева определить исправительную колонию общего режима. На основании статьи 76 УПК РК взыскать Тулееву доход государства, процессуальные издержки за производство экспертных исследований в общей сумме 35 150 тенге. Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со статьей 121 части 3 УПК РК. Меру пресечения Тулееву изменить и взять под стражу в зале судебного заседания. Срок отбытия наказания Тулееву исчисляется 11 ноября 2013 года. Приговор может быть обжалован и протестован в Актюбинский областной суд в течение 15 суток через суд номер 2 города Актюбе. Статья 177 часть 3 пункт Г квалифицируется как мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения. Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества. 4 года теперь уже бывшему полицейскому дали ввиду смягчающих обстоятельств. Это отсутствие судимости, положительная характеристика с места работы и жительства, а также наличие малолетнего ребенка. Приговор был оглашен в заводском отделе полиции, где присутствовали бывшие коллеги Тулеева. По мнению сотрудников полиции, такого рода выездные суды помогут решить проблему коррупции в системе правопорядка. Хотелось бы отметить, что данный сотрудник в настоящее время освобожден от занимаемой должности. После вступления в законную силу приговор суда он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Мы уверены, что данный пример будет уроком для всех сотрудников полиции. И мы намерены и в дальнейшем, значит, практиковать аналогичные заседания суда. Данное преступление было выявлено собственными силами ДВД и собственной безопасностью. И по последствии, после возбуждения уголовного дела, оно было передано для расследования в финансовую полицию. Практика поощрения общественных помощников полицейских в нашем регионе применяется 6-й год, согласно приказу руководства ДВД области. Поощряют людей, которые сотрудничают с правоохранительными органами, суммой чуть больше 15 тысяч тенге. Ежегодно на эти цели выделяются более 4 миллионов тенге. Эльмира Ержанова, Александр Людиновский, программа «Факт».